Всем привет! Это третье видео, еще будет четвертое видео, где будет листинг криптовалюты. На сегодня мы видим 4 графика. Это биткоин. Он вырос на 3% и упал на 1,56%. Также криптовалюта ANKR. Вот с правой стороны вы видите терминал торгового Coinbase Pro, вырос на 15,67% и упал на 4,90%. Storage. Тоже видите справа терминал торговый, где будет показан листинг, вырос на 17% и растет. Вот уже 21% показал. И перед листингом хороший идет рост. Также КРВ выросла на 11,9% и растет даже с 14%. Просел он на 2,5%, но, как видите, рост продолжился. Мы с вами посмотрим это видео. Советую посмотреть полностью его. Здесь вы найдете реально очень много полезной информации. Когда вы хотите зайти в эти криптовалюты, как только услышали, что на какой-то из бирж, особенно на Coinbase Pro, хотят залистить криптовалюты, вы уже видите, как они реагируют перед листингом. И самое важное для вас будет, это то, что вы увидите, насколько криптовалюта после добавления в листинге, после добавления на биржу, как она себя поведет, насколько она упадет и упадет ли. Советую посмотреть первые два видео. Это видео и последнее видео, которое выложу чуть позже, про сам листинг. Будет интересно. Реально вы увидите для себя много нового. Также слева вы видите биткоин. Когда криптовалюты пампятся, ну, по сути, криптовалюты шли как биткоин, биткоин упал, и криптовалюты падают, да, там у каждого своя волатильность. Но вы видите, биткоин падает, у всех по 3 минуты таймфрейм, а криптовалюты, которые должны быть залистены на Coinbase Pro, наоборот, растут. Вот как раз ANKR, таких у него, как сказать, коррекций немного было. У Storage, конечно, максимальное движение вверх. Вот. Но насколько оно его хватит, мы посмотрим дальше.
Сначала я думал, что криптовалюту залистят 25 числа, прям с утра. Я поставил будильник, но я так понял, что залистили именно вечером. Криптовалюты продолжают расти. Биткоин за это время уже успел откорректироваться вниз, вырос он на 3,36%, а откорректировался он, ну, примерно в половину, на 1,5%.
В общем, смотрите, следующее видео – листинг на Coinbase Pro этих трех монет. Делайте свои предположения, куда пойдет все-таки цена. Вверх сразу или сольют, как всегда. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Смотрите наши выпуски. Внизу под видео в описании будет ссылки на несколько полезных приложений. Регистрируйтесь на них, получайте бесплатные часы использования и всем профита. Всем пока!